Всем привет! Продолжаем прохождение игры. Ну, это не прохождение игры, ну ладно, продолжаем играть в Поле чудес. Прохождение не совсем правильно. В прошлый раз мы остановились на том, что я не проиграл ни одной миссии, ни одного задания. Ха-ха. Вот эту вот девушку, видите, вот эту вот, кое-кого мне напоминает. Одну из знакомых. Такой, да, опять мушкетер, заколебал он. О, смотрите. Диджей, да? Хм, прикольно. Усач. Так, в этом языке нет слова «да» и «нет». А согласие или не согласие выражается полными предложениями. Язык? The fucking chat! Ну давайте, давайте, давайте. Я хочу не ударить лицом в грязь. Вы чуете, да? Начнем с буквы А. Тоже популярная буква. Да. Блин, почему же я не могу первую букву открыть никогда? Давайте три буквы откроем, дайте мне шкатулку и все. Ну или ноль давайте мне. 1000 баксов! Давайте букву Е. Нету, да? Молодец, спасибо. Так, Ефрим Шифрим. Ефрим Шифрим. Уматные у них лица, конечно. Язык. По идее, это, в принципе, несложно, если хотя бы первую букву узнать. Болгарский. Нет. В этом языке нет слова «да» и «нет». Японский, китайский, корейский нет. Или какой-нибудь такой древний язык. Давай. Нет, пока я слово. Почти банкрот. Ой. Ски. Скорее всего, в конце будет и. В конце будет. Да. И кратко. И. Давайте. Только не банкрот и не ноль, а. Сранья кусок. О! А! Шотландский. Ну чё, давайте рискуем. Что, я не мужик, что ли? Шот. Хотя это может быть неправильно, я сразу говорю. Я сказал, первая буква нужна. Ски. Шотландский. Наверное, неправильно, да? Да, все. Вопрос был легкий. Любой человек, я думаю, знает все вот эти вот страны, да, языки. Шотландия, шотландский. Хорошо. Да, братюня, давай. О, второй раунд. А, это финал. Так быстро финал уже? А, все правильно, я забыл. Да, мы играем только один раз, потом три раза играют разные тройки, да, и только в финале мы встречаемся опять. То есть все правильно. Благодаря чему спасся зайчик от наводнения. Ему даже был возведен памятник в Санкт-Петербург. Спасся зайчик от наводнения. Трупак. Трупак нет. Плот нет. Подушка. Без понятия. Ну-ка. Благодаря чему спасся зайчик от наводнения в Санкт-Петербурге? Памятник. Ну, я, конечно же, не знаю, какие стоят памятники в Питере. Извиняюсь, конечно, но я не знаю. Давайте О. Как всегда, да? Не первое. Блин, ни о чем вообще не говорит. Прыжок. Нет. Вот. Благодаря чему? Никому, а чему, да? Памятник. Плот. Я бы назвал бы плот, но нет, не плот. Блин, я не хочу проигрывать. Я ж такой профессионал. А сейчас по-любому они назовут. Прыжок. Вот. Ну, буква. Нет, да? Да.
О, не, надо угадывать, или я проиграю. Ну-ка. А вариантов очень много, мол, вагон. Вагон? Вариантов очень много, реально. Ба. Благодаря чему спасся зайчик от наводнения? Ну, подумай, благодаря чему он может спастись от наводнения? Ну, самый очевидный вариант — повод какой-нибудь, там, прыжок, да? Моча. Нет, не моча. Ма. Мажахет, мажо. Мабо, маго. Вагон? Блин, вагон. Какой вагон? И что там, памятник? Вагон, да, целый? Не, надо отгадывать. Если не отгадаем, мы проиграем. Подождите. Можно, конечно, в Гугле поискать. Нет. Ба. Баран. А, баран — это ничему. Не, вариантов очень много, реально. Ну, барак. Нет, барак не подходит. Загон. Короче, я не знаю. Ладно, что тянуть резину? Не знаю, я слово. А была первая буква, я бы угадал. Нету, да? Да, ну все, наше слово назовет тварь. Блин, хоть бы они все промахнулись. О, это уж хорошо. Какое же слово? По-любому слово-то легкое, но видите, очень много вариантов под это слово. Офигеть, они даже не отгадали, да? Так, вариантов стало меньше. R. Салон. Салон сотовой связи. Благодаря чему спасся зайчик от наводнения? Короче, ладно, не знаю. 350 очков. Вагон. Вариантов очень много, реально очень много. Он мог спасся благодаря хоть чему. Салон, вагон. 750 очков. Не надо, пожалуйста. Такой буквы так, ладно. Прощайте, барабан. Кто ж будет спорить с этим? Откройте... Тварь, а. Дуризо, пожалуйста, назовет. Сапог. Что за бред? Какой сапог? Ах, это просто было угадайка называется. Это просто угадайка. Сапог. Тысяча вариантов. Кончита саная. Сапог назвала. Нет, мы сейчас еще раз будем. Еще раз, еще раз. Хорошо, пока счет 1-1. Ой, они туда зашли. А, у нас деньги-то есть. Давайте что-нибудь купим. Ну-ка, блин, как же мужика купить-то? Подождите. Дайте мне нового мужика. Этот вот мушкетер вообще невезучий. Он такой тупой, вообще забейте. Как его взять, эй? Наверное, пройти надо. Ну, гол еще разок. Не разок, а посмотрим еще. Сапог. Говорю, слишком много вариантов, слишком. Сапог. Давай сапог. Кстати, мы всегда стоим первые. Какая барышня. Что называли чертовым яблоком во времена Петра Первого? Чертовым, чертовым. Без понятия. Звали яблоком во времена. Не забывайте, что поле чудес — это вам не кто хочет стать миллионером, да? Здесь вопросы гораздо сложнее. Были, конечно, легкие вопросы, но большинство такие, знаете, подковыристые, сложные. Вот начнем буква А. По ней должна быть. Закройте, да. Ну, когда вот такие большие слова, буква А почти всегда есть.
О-о-о! Что называли чертовым яблоком? Картошка. Нет. Картофель. Картошка — это неправильно. Слово картофель, по идее. Карто. Ром, букву О. Ладно, хотя бы не ноль. Пожалуйста, только не ноль, и все, я получу шкатулку. Только не банкрот. О, нормально. Картофель. Ну, подождите. Картофель. Буква Е, она универсальна, тем более. Да. А где шкатулка там? Да. Я отгадал. А, да, лохозавр, сейчас я тебя разведу. Левая, правая. Так, где там подсвечивается? А что они одинаковые? Почему не одинаковые? Где подсказка? Можно по считалке, но можно суперинтуицию. Давай мои деньги, давай, давай, давай. Я промахнулся. Ах ты тварь, а гнойная. Мы пока ни разу еще не отгадали, ну ладно. Картофель. Петр Первый любил картофель. Вот если это неправильное слово, я в окно выпрыгну. Да, ладно, повезло кому-то. Соседям повезло. Ну вот видите, да? Отгадали. Пока счет 2-1 у нас. Два раза отгадали, один раз не отгадали. Давай, братюня, давай. Давай, картофель. Рыжая бестия. В штате Вермонт существует особое кладбище. Что на нем погребено? Ну-ка, подожди. Животные. Ну-ка, подходит, нет? Не подходит. Ну-ка, а растения? Растения. Нет. В любом случае, давайте букву А попробуем. То опять же, можно наугад попробовать что-нибудь. Буква А. Да ладно! Такой большой слой нет, буквы А нету. Это уже интересно. Тогда будет, видимо, сложное слово. Как всегда, какое-нибудь научное слово. Так. Слово называй давай, как обычно. Офигеть, три буквы. Что на нем? Никто, что? Тварь тупая, дайте мне. Ну это нечестно. У меня было пустое слово, он сейчас все назовет. Нет. Не, надо скрипт дорабатывать, реально. Ну это бред. Он сейчас все слово отгадает. Не может быть, чтобы он все буквы отгадал, смотрите. Ну все, это провал. Просто провал. Офигеть. Называй слово, мразь. Да. То есть здесь, смотри, два варианта. Или я должен был все слово назвать без единой буквы. Все слово. Или она все слово назвала, открыв все буквы. Ну, это уже, говорю, это ошибка скрипта. Так не должно быть, конечно. Чтобы бот подряд четыре буквы угадал, назвал слово. Когда слово было полностью закрытое. Я возмущаюсь. Мороженое. Оказать можно было легко, но если бы она слово не назвала. Ну ладно, пока 2-2. 2-2, правильно? Да, 2-2. Мороженое, прикиньте, кладбище для мороженого. О, идиоты! Растение, которое не поддается классификации. Да, весело сейчас будет. Растение. Ну давайте букву А. Молодец. Жанна Фриска?
Неверно, пошелаться ты тупая. Что все время на нас смотрит, вот все эти мудаки? 750 очков. Откройте нам букву Р. Что слово назовет? Ну началось, все, забейте. Сейчас все соло назовет. Ну, вращайте барабан. Растение, которое не поддается классификации. У вас ноль. Да. Вращайте барабан. Сорняк, сорняк. Сорняк. Сейчас я крутну барабан, будет ноль. Ладно, вы сами видите, я слово отгадал, сорняк. Сорняк. Там я, да? Сорняк. Будете крутить барабан? Давайте, ладно, попробуем. Давайте, давайте. Или нет? Абсолютно. Да. 2-3 в мою пользу. Ладно, сорняк, сорняк. В эфире Капитал Шоу, Поле Чудес. Давай, братюня, дальше. Финал. Хорошо. Let's go. Так, опять. Мороженое. Не, не подходит. Ну, чем в 93-м году пианист Николай Петров просил Ельцина бить депутатов Верховного Совета? Пианист. Пианином? Пианино. Пианист просил Ельцина бить депутатом. Вертуха. С вертухи бить? Это, наверное, какая-нибудь книга такая заумная. Какая у меня ноль на счету. Да, молодец. Был ноль, остался ноль. Молодец. Так, что же это может быть? Мне кажется, какой-то инструмент такой заумный, да, тяжелое слово. Офигеть, 5000 очков, мразь. Да. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. Кого? Так. 400 очков. Пианист, естественно, бить депутатов. Ну началось, смотрите, старая история. Сейчас она уже вторую букву угадала. Сейчас она угадает 3-4 буквы и назовет слово. Да. Ибрагим, давай, я тебя уже видел где-то. 850 очков, буква. Такой буквы здесь нет. Так, я что-то не могу придумать. Пианист Николай просил если набить депутатов. Ан. Бананы. Гандо. Нет. Вот опять же, вариантов много, потом надо крутить, другого варианта нет. Крутим. Опять ноль давайте, молодец. 2-0 подряд. Красавчик. Ну, так задумано в игре, что я сделаю. Да. 600 очков. Буква. Чё, должна быть? С этим. Нет? Откройте. Да, да. Чё ж мы не можем никогда первую букву угадать? Называй слово, дура. Тут всё уже ясно, у меня 2-0 выпало. Чё я сделаю? 850 очков. Буква. Будет у нас сейчас счёт 3-3, наверное. Так. Чё же слово такое тяжелое? Подождите. Банкир. Банкиром? 50 очков. Пианист. Такой что акцент сделал на слово пианист. Что у пианиста есть? Такой буквы здесь нет. Пианино не подходит. Клавиши. Пианино. А, я же говорю пианино.
Табурет нет, пианист. Бить депутатов. Столом. Давай 5-0. 3-0. Поставим рекорд мира. Или банкрот давай. А, Х2, да, давай, молодец. Ага. Должно быть буква И, по-моему. Давай, Амелия, ты самая умная. Давай, тварь тупая. 750 очков, буква. Ну вот, откройте нам букву Р. Не, финал я не могу выиграть. Хотя мы один раз выигрывали финал. Тр. 600 Ма. очков, буква. Откройте, нет. Будете вращать барабан, называется слово. Ладно, давайте сейчас думать будем. Бангер. 550 очков. Ой, такой буквы нет. Будете барабан вращать? Сложное слово, подождите. Ганджуба. Нет. Банж. Я говорю, наверное, такое, да, редкое слово, наверное. Что у меня там будет опять ноль? Вот уж и был бы плюс. 750 очков. Давай Б. Молодец. Откройте букву Б. Ой, ни о чем не говорит. Бр. Так. Вот напишите, да, в комментариях, смогли вы отгадать именно сейчас это слово? Только пишите слово, а не как прошлый выпуск. Да, нет, да, нет. Вот именно это слово. Напишите, смогли вы отгадать именно сейчас? Вот когда столько букв открыто. Мне что-то ничего в голову не приходит. Пианист, сраный убыток, просил Ельцина бить депутатов. Чем можно? По идее, бить депутатов, наверное, тем, что у него под рукой, да? Карандаш не подходит. Буквы ган. Бр, я вообще не знаю, что слово. Подождите, надо подумать. Ладно, крутим, не знаю. Не знаю, сложные слова. 500 очков, буква. Д. Ой, откройте О. Дайте мне первую букву. Бандер. Обр. Я не знаю, что слово. Ну-ка, подождите. А, букву Б нету. Ганди. Ганди. Не, я говорю, реальный рассол такой, который я не знаю. Надо подумать, нельзя проиграть. Фан. Короче, мне ничего в голову не лезет. Помогите мне. Ладно, не знаю, посрать, крутим. Дайте мне плюс, пожалуйста. Я придумаю что-нибудь. 500 очков, буква. Просто замечательно. Нет такой буквы. Такой... Ну посрать, ладно, проиграли, так проиграли. Будем дальше играть. Не знаю. Я не знаю такого слова канделябр, извиняюсь, я такого слова не знаю, канделябр. Пошла в жопу, тварь тупая. Канделябр. Канделябр. Ладно, давайте еще раз. А, у нас сейчас счет стал 3-3. 3-3, поровну. Канделябр. Да по-любому никто из вас, наверное, не отгадал канделябр. Канделябр. Давай, не бормочи. Гоу.
Они, интересно, в зале... А, нет, в зале эти люди, они не играли, да, другие лица совсем. Так, ну, первые задания, они какие-то полегче, чем, конечно, то финальное. Так, волокна этого растения по качеству способны конкурировать с льном и хлопком. Из него шили самые крепкие трусы. Паруса. Опять растения, а? Чё, не знаю. За фетиш Давайте такой. букву А. Давайте букву А. Дайте нам букву А. Волокна этого растения. Да. Вращайте, пожалуйста, барабан. Интересно, а то, что я открыл эти две буквы, они считаются за две? И если я открою еще одну, я выиграю шкатулку? Или надо будет все равно открывать три раза мне? Вот это мне интересно. 400 очков. Буква. Так. Волокна этого растения пока что способны конкурировать с льняным хлопком. А, растение. Ой, я не туда нажал. Прикиньте. Я читал задание, случайно нажал, отгадал Не букву. Ну обращайте внимания, ладно. давайте слово сразу. Растение. Так, этого растения. Да, знал бы еще растения. Ладно, крутим, не знаю растения. 500 очков, буква. Как? Так. Этого растения по качеству способно конкурировать. Из него шили самые крепкие паруса. Что ж за растение? Давайте букву С попробуем. Тварь тупая. Давай, называй слово, чмошница. Будете барабан вращать? Пятьсот очков, буква. Неверно. Неверно, пошел Ну вон. что, будете крутить? Афанасия. О, какая барышня. 350 очков. Откройте нам букву Р. Будете вращать барабан? Не называй зло. Крапива, Идет тварь вращение тупая. головы. Чмо, ненавижу тебя. Чтоб ты обосралась. Крапива, давай, 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 заново, давай. Так, 3-4, да, не в мою пользу. Крапива. Эх, крапива. Крапива, крапива. Давай. Восьмая игра. У нас получается за выпуск, по-моему, примерно 8 игр, как я правильно понял. О, белобрысый. А, это же мужик, которого нос похож на... Ну, поняли. Феодальной Японии. Член военного феодального сословия и его светской верхушки. Господи Иисусе, что это за вопрос такой? Как в жопу феодальная Япония? Что за слова? Набор, рандомный набор слов. Просто наугад Пятьсот написали. очков, буква. На А. Откройте нам букву А. Так, член военно-феодального сословия и его светской верхушки. Вращайте, пожалуйста, барабан. Не знаю, давай. Плюсики мне выпадаете каждый раз. 850 очков, буква. Ба. Так, член. Ну вот он стоит у нас один член, фиолетовый. Ой, не туда нажал. Откройте букву С. Прикиньте, да, я случайно рандомно жму. Будете крутить Я уже барабан? говорю, что у меня такая реакция, что случайно бывают кнопки жму. Сасай. Самурай. 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 Ой. Давайте, давайте. Самурай.
Нет? Да. Эй! Окей. 4-4, смотрите. Мне надо выиграть обязательно. Самурай. Слишком легкий вопрос, я наизусть знаю. Всю историю Японии наизусть. О, дворник, бичиха пришла. О, здесь доктор Хаус, да? Кусок инвалида, это он. Фига у него глаза, они прям отвлекают. Я, не могу... я смотрю куда-нибудь на экран, и автоматом глаза смотрят в его глаза. Посмотрите, да? Это гипножаба. Что пышно украшалось березой и зеленью на русском селе в Троицу? Что за вопрос идиотский? Что пышно украшалось березой и зеленью? Опять ноль, молодец. Давай, дворник, наяривай. У тебя есть шанс подняться в люди. 700 очков, буква Есть такая буква. апросим. Хоть бы раз первую букву угадали, но реально. Что пышно украшалось? Никто, а что? Наш это уже не человек, не живое существо. Ты тупица, а? Ты прекращай уже, сейчас Соло назовет. Офигеть, смотрите. Как так бот дворник три буквы отгадал? Но такого даже на самом поле чудес не бывает. Нет, это бред. Ну давай, четвертую букву отгадай. 750 очков. Давай. Такой буквы здесь нет. Будете вращать барабан, Давай, пока не доктор будет Хаус. ответа. А я пока подумаю. 750 очков. Или смысла нету? Ага, значит надо подумать. Что будете Что крутить? пышно украшалось березой и зеленью? В русском селе в Троицу. Так, подождите. Что пышно украшалось березой и зеленью? На русском селе в Троицу. В Троицу. Меня отвлекает этот доктор Хаус, я не могу. Что там было? Дома какие-то? Теремок? Ну, теремок не подходит. Так, подождите. Берлога. Берлога, что ли? Какая берлога? Вы о чем говорите? Берлога. В любом случае, крутим барабан. У меня сейчас выпадает 0, и мы заканчиваем игру. 600 очков, буква. Берлога. Берлог. Нет, не берлога. В русском селе берлога. Эх, ладно. Не могу я пройти финал, только один раз 700 проходили. очков. Не везет. Такой буквы нет. Будете барабан вращать? Давай, дебил. Он на дебила похож, посмотрите на этого дауна. А вы все равно банкрот. Ха, банкрот, давай! Надеюсь. Посупашвили, привет передавай. Так, хорошо, значит это не берлога. Какая берлога, что я несу? Так, ладно, хорошее слово такая берлога. Что пышно украшалось? Так. А как стоит эта, блин, фигня, которая пугает ворон? Как же она называется? А, пугало? Не, это... Ну, я могу отгадать букву А, если сейчас у меня нуля не будет. Букву А. Скорее всего, она будет последней, я как понимаю. Нет? Даже так. Будете вращать барабан, нажать слово сразу. Самое главное, чтобы они слово не называли. Дайте мне плюсики, 750 открою первую очков. букву, и я выиграю.
Не надо. Все, сейчас он назовет. Будете крутить барабан? Ни о чем не говори все равно. 550 очков. Неверно. Будете барабан вращать? Триста пятьдесят очков. Нет, неверно. Офигеть, подождите, я должен отгадать в любом случае. Беркова? Что пышно украшалось березой? Беркова. Беркова, реально, Беркова. Подождите, где... А какая последняя буква? Вот напишите вот в комментариях это слово, да, и смогли ли вы его на этом моменте отгадать? Вот именно сейчас напишите. Мне очень важно, говорю, понимать. Контактировать с вами очень важно. Хватит жопиться, пишите комментарий. Или один такой тупой. Три буквы. Нужно отгадать. Ладно, сейчас будем таким тогда подбором пробовать. Бер... Бе... Что пышно украшало русское селе в Троицу? Да вообще без понятия. Бер... Если мы пропустим, по-любому они отгадают. Блин. Херовина. Интересно, что? Опять какое-то заумное, да? Ну-ка, а если там М-ки нету, М-ки нету. Что же украшали березы и зелень в русском селе? Не хочу проигрывать, честно. Чер. Почему буква Х мне первая идет? Хер. Хер. Херовина. Что пышно украшалось берез. Хер. Ладно, давайте я подумаю. Я не буду смотреть в гугле, я обещаю. Я просто посижу, подумаю, чтобы вы не сидели, не скучали. И врублю запись. Так, ну так уж я подумал. Единственное слово, которое я смог вставить в эту фигню — церковь. По идее. Попробуем. Церковь. Ну все, у меня больше вариантов просто нету. Давайте называть. Я не знаю, то не то, но вариантов больше нету. Я ничего не подобрал. Церковь. А, да, уматно. То есть я посмотрел, можно обратно менять буквы или нет. Церкови. То не то. А? О! Ну просто у меня другого варианта не было. Ни одно слово больше не подошло. Церковь. Церковь. Ну вот. А, это уже получается 4-5 в мою пользу. 4-5. По-моему, 4-5 или больше. Я уже запутался, короче. Суперфинал! Второй раз мы с вами. В прошлом выпуске и в этом. Какое маленькое слово. Не люблю такие маленькие слова. О. Вот задание на супер игру. Чем богатые по... Любые 5. Любые 5, всего 5 букв, я могу открыть 5. Чем богатые, по мнению голландцев, кроют крыши своих домов? О, господи. Телами? Офигеть. Трава? Т-Р-А-В-А. Тра...
Вау, в любом случае букву А откроем. Трава. Пожалуйста, трава, давай. Ни одной буквы! Офигеть, ни одной буквы не отгадал. Не, забейте. Я все популярные буквы указал. Чем богатые, по мнению голландцев, кроют крыши своих домов? Навоз. Нет! Буквы А нету. Честно, я без понятия. Таких букв популярных А, У, Е нету. Что же за слово такое? Да. Вот напишите, да, смогли вы отгадать? Я думаю, не смогли точно, без вариантов. Когда таких букв нет, это без вариантов. На тебя, тварь тупая. Да, мне даже вариантов не было. Блины. Блины, прикиньте, они крышу блинами крыли. Ой, не смешно. Ладно, все. Давайте мы сейчас сыграем еще разок. Еще разок сыграем с вами. Что игра увлекательная. Сначала мы сходим, сделаем апгрейд нашей квартиры. Я хочу велик купить. Давайте купим велик крутой. Где-то мой велик. О, это проценты, видите, есть. 8%. 38 тысяч. О, горный велосипед. Дверь. А это что такое? Кухня. Суперпылесос. Вот, давайте начнем с холодильника. Сколько он стоит? О, как дорого-то. Все дорого. О, телевизор, да. Че же мы, не люди, что ли? 11 тысяч. И стул. И тумбочка. Нормально. О! Прикольно. Все, сделали апгрейд. Теперь у нас есть крутой телек. И let's go, еще одну миссию выполним. Ну, не миссию, еще сыграем. А потом я все-таки найду, кто хочет стать миллионером, и мы сыграем в эту игру. Мне больше нравится, кто хочет стать миллионером, потому что там есть как бы выбор, да? Ты можешь подумать, как бы подвести варианты. Всем известная достопримечательность африканского континента. Континента. Достопримечательность африканского континента. О. Да, без понятия. Достопримечательность африканского континента. 350 очков. Голод? Голод, не подходит голод. Нет такой буквы, да? Нет. Угу. Вращайте, пожалуйста, барабан. Эрнст, такое слово не называй, мудак. 600 очков. Буква. Всегда решает первую букву. Всегда. Дайте первую Такой букву буквы мне. нет. Первую букву. Вращайте, барабан. Василич! Какая у него борода умада, смотрите. На жопу 450. похоже. В. Такой буквы здесь нет. Дайте плюсика, а? Плюсик, дайте мне плюсик. 750 очков. Так, достопримечательности африканского континента. Какие же у них достопримечательности? Кроме голода, я ничего не знаю. Африканцы. Это, видимо, очень сложный вопрос. Ну, давайте Ешку. Такой буквы нет. Молодец. Ну, вращайте барабан. Давай, братюня. Первую букву и все, и слейся. Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте барабан. Так.
Что же может быть-то? 850 очков, буква. Я с ума сейчас сойду, честное слово. Такой буквы нет. Ну сходи с ума, давай. Включайте барабан. Плюсика! 500 очков, буква. Давайте Д. Ой. Да ёлки-палки. Ну, хорошее слово. Достопримечательность африканского континента. Континента, то есть получается связано с землей, наверное. Какой-то памятник. Горы. Пальмы, нет. Юна. Дюна. Ах ты, индюка кусок. Только не называй слово. Чмо, молчи. Тварь. Просто замечательно. Тварь, ну все, все, отгадает слово. Чмо. Будете вращать барабан, назвать слово. А, да помогай на лимпопо. Тварь тупо, ненавижу тебя, что ты обосрался, дебил кусок. Ладно, еще одну и все. Нечестно, нечестно, лимпопо. Лимпопо. А ну еще разок, давай, 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 давай. Лимпопо. Достопримечательность. Кто подумал, что это животное? Ну ладно. Давай, братюня, привет. Поехали. Мушкетер. О, опять диджей. Жанр иносказательного рассказа, содержащего в себе какое-то наставление или осуждение. Жанр. Так, жанр, жанр. Жанр фриске? Жо! Не, не подходит. Рассказа. Наставление или осуждение? Хм. Наставление. Интересно, жанр рассказа. Давайте начнем буква А. Откройте нам букву А. Ничем мне это не поможет абсолютно. Крутите барабан. Плюсик, дай хоть раз. Эх, нет. 600 очков. Буква. Из новосказательного рассказа чаще в себе какое-то наставление или осуждение. И... Давайте букву И попробуем, не? Откройте букву И. Сейчас открою две буквы И, да, как я понимаю? Нет. Ну, вращайте барабан. Блин. Я думал другое слово. Дрилика. Дайте мне плюсик. Ну ладно, все, сейчас я говорю букву, она неправильная, и они угадывают слово. Получается так. Жанр рассказа. Так, подождите, сейчас она подумает. Жанр осуждение, наставление или осуждение? Ну, давайте буквы К. По идее, у меня должна быть предпоследняя, нет, да? Здесь нет. Ну ладно. Ну, вращайте барабан. Хоть слово не назвала, дура тупая. 750 очков. Нет, откройте да. Букву Т. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Нет, пощадите, пожалуйста, ноль. Интересное слово. 1000 очков, буква. Я поражен. Такой буквы здесь. Ага. Будете
Мне нужно угадать это слово. Конец, да? Интересно, ну-ка подождите. Так. И да. И да. А, не знаю, давайте крутить барабан. Спасибо, все, победа. В любом случае, я бы не отгадал. Да. Будете крутить барабан? Красава. Молодец! О, банкрот! Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Не надо такое слово называть, чмо. Давайте все в нули. 350. Нет, пожалуйста. Ой. А-а-а-а! Нет. Нормально. Будете барабан вращать? Вот напишите опять это слово, смогли ли его именно сейчас отгадать, именно сейчас, в эту секунду. Опять же, нужно это слово узнать. Так. Мне все время хочется сказать, ага, итка, да? Но буквы К нету. Я даже не понимаю, чем можно поставить сюда вместо буквы К. Тья. Буквы мягкий знак, что ли? Тья. Тья. Первая буква может быть Э. Эпифа? А, это буква Т, блин, бред какой-то вообще реально. Подождите, я, может быть, знаю даже какое слово. Ну-ка, 750 очков. давай букву Э. Такой буквы и вовсе нет. Офигеть. Будете крутить барабан? Точно! Притча. Пошла в жопу, дура тупая, ненавижу тебя. Притча. Ну вот так вот, да, обоссали меня как бомжа тупого. Притча. Не знаю такого слова притча. Я, может быть, знал, когда я учился. Я учился, я закончил школу очень давно. Школу, универ, техникум очень давно. Ну сколько лет, наверное, давайте посчитаем. Сейчас скажу даже, подождите. Ну, лет, наверное, 5 назад, где-то так. Это было давно. Хотя мы там это, наверное, даже не проходили. Мы это проходили, наверное, в школе, а это еще позже. Лет 10 минимум назад. Ну ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Мы в любом случае потом еще сыграем в поле чудес. Но если сыграть, а следующий выпуск. Кто хочет стать миллиардером? И там нагибать, понимаете? Вот там я покажу весь свой хард скилл. Все, всем пока.